один вопрос, если мы идем на она, пожалуйста, коллеги, один вопрос. Таня, скажи, пожалуйста, чего вам пришлось учиться, чего вам пришлось лишиться ради этой роли? Лишиться? Ну, я не могу сказать, что чего-то пришлось лишиться. Может быть, пришлось себя в какой-то степени ограничить. Да. Говорят, что вы бросили курить. Подождите, пожалуйста. Научиться, наверное... Научиться, в первую очередь, пришлось владеть элементарными хоккейными навыками. В общем, пришлось из себя попытаться сделать спортсмена. Я не могу сказать, что это я лишился этого. В общем, слава богу, что я бросил курить. Сейчас я это понимаю. Я не представляю Минздрав. Это исключительно мой опыт. Вам понравился режим спортсмена? Хотели бы вы его дальше продолжить под жизнь? Наверное, хотел бы, но не думаю, что это важно. А почему? Ну, в силу разных обстоятельств. Во-первых, в силу того, что для этого действительно нужна воля. И проявлять эту волю нужно каждый день, а это не так просто. Ну и во-вторых, все-таки я люблю свое дело, я счастливый человек, я занимаюсь тем,